Всем добрый день! Сегодня у меня опять обзор, но небольшой, и делаю я его, знаете почему? Сегодня первый раз воспользовалась доставкой Пятерочки. Два дня назад я делала для подруги доставку прям в больницу. Она лежит сейчас в больнице у меня, и ей нужно было сделать доставку, и они доставляют в больницу, прям до КПП, потом медсестры забирают и отвозят в палату. Очень удобно, я считаю. Ну и так как я все равно приложение на телефон установила, Пятерочка доставка, я решила сегодня сделать заказ. Значит, сначала я решила, потому что, ну, мне нужно картошку, морковку, майонез. Конечно, можно было там за два раза все это принести, а потом, когда я начала там картошку заказывать, думаю, закажу побольше. Там стала лазить, закажу сок. Ну, то есть я бы, конечно, за один раз, но, может, и принесла бы. Но было бы тяжело, поэтому я просто расскажу, как у меня заказ этот доставили. То есть доставили, я заказывала где-то в районе часа, и вот время сейчас, ну, в общем, в начале четвертого мне его доставили. Очень быстро, все аккуратно в пакетах, и сейчас быстренько пробегусь по ценам. То есть было что-то со скидкой, по карте у меня скидка прошла, и расскажу о качестве. Я когда делаю такие заказы, редко, но делаю, я сразу стараюсь овощи заказывать в больших количествах. Но всегда переживаю, например, за качество картошки. Потому что когда сама берешь, как-то вроде бы смотришь, что берешь. Ну, на свой страх и риск заказала вот два пакета по 2 килограмма, 4 килограмма. Здесь картошка по 20,69. У меня получилось на 82,74. Скажу, картошка неплохая, сухая, но, по крайней мере, на внешний вид нормальная картошка. Морковка. Те же самые опасения у меня, но все нормально. Морковка по 16,19. Здесь у меня килограмм, ровно килограмм. Я хочу сказать, ровненькая, крупненькая, без трещин, без всего, не ломаная. То есть достойная морковка, так что все нормально с этим. Ну вот помидоры, да, помидоры меня разочаровали. Помидоры по 109,99, поэтому я взяла всего 600 грамм, заказала, посмотрели, что они себя будут представлять. Помидоры, конечно, не очень. Бледненькие, мягенькие. Ну ладно, на салат мы съедим, то есть это к столу уже не пойдет. Ну, я решила, раз уж я заказываю, значит, заказала пару огурчиков, тоже не стала много заказывать. Посмотрю, что они из себя представляют. Надо попробовать. Огурцы, сейчас я вам скажу, почем огурцы. По 149,99. Здесь 480 грамм на 72 рубля. Ну и уже я подумала, что если уж заказываю, то нужно уже заказать то, что еще нужно. Увидела, что масло вот такое сливочное, которое мы берем постоянно со скидкой, по 99,99. Заказала две пачки. Ну, заказала уже, скажем так, на праздник. Значит, по 54,99 со скидкой были вишневый напиток и земляничный. Вспомнила, что собирались покупать дрожжи обычные. Это не сухие, обычные дрожжи. Они у нас по... Сейчас вам скажу, почем. Дрожжи у нас по 17,49. И взяла две маленькие пачки желатина на всякий случай, потому что будем завтра варить холодец. Здесь у нас по 10 грамм, по 27,49. На всякий случай бывает такое, что клейкости не хватает, поэтому добавляем желатин. Взяла вот такую томатную пасту, 270 грамм. Фирма Кухмастер, не знаю, ни разу не брала, это нам на рыбу под маринадом, то есть я уже, в принципе, сделала закупку к празднику. Сейчас я вам скажу, сколько стоит эта паста. Паста по 54,99. Не знаю, чье производство, сейчас я вам скажу, если я увижу. Здесь настолько мелкий шрифт, что я даже не могу вам сказать. Ну, по крайней мере, российская. Точно.
Вспомнила, что хотели сделать салат из кальмаров. Посмотрела и вот взяла кальмары. Здесь в упаковке 650 грамм, 269 рублей. Ну вот так посмотрела, они там не очень мелкие. Кальмар командорский. Дикий однократный морской заморозки. Чье производство? Дикий. Выловлено в северо-западной части Тихого океана. Вот так вот. В общем, кальмар дикий. Так, взяла майонез провансаль московский. Взяла две пачки. Так мы его практически не едим. Взяла, потому что будем делать оливье, будем делать шубу. Ну и на кальмары, естественно, тоже нужно. Майонез по 54,90, 420 грамм, большие пачки. Ну, обычно без всяких добавок, московский провансаль. Так, на салат еще на оливье взяла докторской колбасы. Да, мы любим оливье с докторской колбасой. Мы не с мясом, не с бужениной, не с ветчиной не делаем. Мы делаем с докторской колбасой, мясницкий ряд. Сколько здесь? Там 400 грамм. Сейчас я вам скажу. 227,99. И взяла, увидела со скидкой сыр моцарелла. Тоже на небольшую тарелочку на стол поставим. Нам на двоих хватит. 150 грамм. Сейчас я вам скажу, сколько моцарелла. Моцарелла 134,99. Ну и вспомнила, что у нас кончилась фольга. Естественно, когда набираешь. Вот 10 метров фольги, 49,99. Вот. Так что вот, привезли быстро, все очень аккуратно. То есть, я считаю, достойной и пятерочка доставка, по крайней мере. И качественно все, то есть все без проблем. Так что, если надо будет, тогда еще воспользуюсь. Все, на этом заканчиваю свой обзорчик. Пока-пока. Еще обязательно увидимся с вами.